I can tell you that definitely NSA based a lot on the athleticism and open court. They play more aggressive at their home. Obviously, where is a point of emphasis, but not only him. Everybody can support the idea of the coach and the system to run the floor and to hustle more. So definitely we have a team that competes on the highest level, especially at home. They're more aggressive. We had difficulties also in a game one, so pretty much that's what it is. Мы уже тренируемся достаточно большое количество времени, поэтому потихонечку успеваем притереться друг к другу и взаимопонимание становится лучше. Ну и в общем понимаем друг друга. Ну, есть ошибки в плане нападения, защиты. Поэтому стараемся побыстрее вникнуть в эту систему. Поэтому тяжеловато. Семен Антонов, Никита Перванов, Алексей Свет. Ну, все потихонечку подсказывают, поэтому приятно работать. И хочется выкладываться на все 100%, чтобы получать больше от них советов. Сегодня было видео, утром посмотрели их игроков, нападение, как мы будем нападать против них, как они защищаются, поэтому я думаю, что мы будем готовы и покажем свой максимум. Москва!